Всем доброго здравия. Получаю ваши письма по возможности. Всем быстро отвечаю. Пришло очень много писем на тему отправки векселей в различные банки. Подготовил специально для вас два векселя. Сделал их цветными. Здесь вексель на одну и ту же тему. Чуть с небольшой разницей в цифрах, чтобы можно было посмотреть, какой из векселей сработает и как Сбербанк будет реагировать на данный вексель. Сейчас я переключу камеру, чтобы вы видели это все сверху, что я буду делать. Сделал шапку. Указал центральный офис и дополнительный офис. Соответственно, здесь то же самое. Центральный, дополнительный. Но отправляться будут в разные офисы. Один пойдет в центральный, второй пойдет в дополнительный. По наполнению они полностью одинаковые. Зачитываю. Исполнено в единственном оригинальном экземпляре на титульной стороне одного листа без оборота. То есть здесь оборота нет. Этот вексель будет приклеиваться прямо к конверту. Второй вексель будет пришиваться к конверту. Потому что конверт тоже вексель, но на конверте мы чуть позже напишем, что это оборотная сторона. Помысленно, составлено, оглашено, проведено видеопротоколирование. Направлен исполнителю почтовым отправлением с трек-номером. Далее я прилагаю трек-номер. Получение почтового отправления считать за акцепт. При составлении применялись чернила красного, желтого, фиолетового и черного цвета. Цветная фотокопия на бумажном носителе в случае необходимости имеет юридическую силу. Служит и предназначена для предъявления ее в надзорный орган, в том числе в надзорном органе по урегулированию прав международного уровня. Итак, а дальше у нас текст векселя. Благодарность. Я, находясь в городе Москва, выражаю благодарность, что карточный контракт от 23.09.13 года за номером, дальше номер, я его закрыл, чтобы не оглашать чужие данные, по кредитной карте, а далее номер карты, с номером счета, в течение 10 рабочих дней с того момента, как вы акцептовали настоящий вексель, аннулирован, погашен. Цитата. «Все, что не запрещено, разрешено». Автор Владимир Путин, действующий глава государства России в должности, роли президент Российской Федерации. В случае неисполнения по данному обязательству произвести компенсацию на указанный счет карты в сумме в размере 500 тысяч рублей в течение 10 рабочих дней с момента, как вы акцептовали настоящий вексель. Напоминаю и предупреждаю, что Творец, Создатель, Господь, Аллах все видит, слышит и знает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хорошего дня. Далее тишина. Совершено вместе получения, зарегистрировано в канцелярии. Здесь есть место для штампа, печати и дата регистрации в ПАО «Сбербанк». Должность, роль в ПАО «Сбербанк», фамилия, имя, отчество, при наличии, подпись. Сейчас будем разбирать, что к чему относится и почему. Так как данный вексель могут просто откопировать и сделать его полностью черно-белым. Для этого мы сделали пояснение, что у нас применялись чернила красный, желтый, фиолетовый и черного цвета. Сделали пометку, что исполнен в оригинальном экземпляре на титульной стороне одного листа и также добавили без оборота.
То есть это и без оборота, и без оборота. Нельзя сделать передаточную надпись, либо вернуть его отправителю. А назвать вексель можно как угодно. Благодарность, письмо, приказ. Я не указываю, кто я. Я решил, что это незачем. Здесь есть номер контракта. И также сделана пометка, что получение почтового отправления считать за акцепт. После. Он и так будет считаться за акцепт после принятия. Но я решил сделать такую маленькую пометочку. Добавилась цитата. А это цитата действующего президента. В роли, в должности. Так как все у нас тут игра, каждый исполняет роль свою, должность замещающую. И ввел также штрафные санкции, что в случае неисполнения по данному обязательству провести компенсацию на счет 500 тысяч рублей. Сделал небольшую отсылку к религии. Не знаю, как это будет восприниматься. Возможно, будут хейтить, писать. Ну, хорошо. Добавил слово «аминь». Что означает слово «аминь»? «Аминь» – это выполнено, это согласовано, то есть утверждено не только между двумя участниками, скажем так, векселя, но и Творцом свыше. Написал «хорошего дня», то есть good day, от слова бог, год. И как судебный процесс заканчивается, пишет, что далее тишина, все, возражений нет. Поэтому добавлено выражение «далее тишина», то есть у, то есть Сбербанк. Вот он. У него уже претензий нет. Ну и совершено в месте получения, зарегистрировано, чтобы они сюда могли поставить там свою какую-то печать обязательно. ПАО СБ банк. Там кто-то распишется или не распишется, или тоже поставит какое-то факсимиле. Напишет фамилию свою, поставит роспись, подпись. Написал подпись, потому что все эти учреждения используют именно слово «подпись». Ну и номер. Я подготовил один конверт, отпарил его, сюда будет приклеиваться. Второй конверт, куда будет пришиваться. Пришил вот здесь, со стороны, где будет клеиться марка. Клеим марку. Сделал надпись. Куда? Кому? От кого? Доклею сейчас марки. Марки также буду клеить в двух вариантах. С перфорацией и без перфорации. Посмотрим, что будет. Сделал надпись, что это обратная сторона, не оборотная, а обратная, так как вексель у нас приклеен. Там титул,
Здесь обратная сторона, но не оборотная. Вексель у нас прошит. С этой стороны у нас титул. И здесь у нас обратная сторона. Делаю до востребования, так как мне обратно возвращать они не будут. Вы могли заметить, что на один конверт марки клеились без вырубки. Был комментарий от Камень Волгоград. Решил попробовать. Из наших судов я посмотрел, кому присылали письма, они приходят с вырубкой, поэтому было в последний момент принято решение клеить в двух также вариантах и посмотреть на обратную связь, какая будет. Скоро выйдет видео по штрафам и по квитанциям ЖКХ. Покажу, расскажу, как с ними взаимодействую я. А на этом все. Всех благ вам и здравия.